Екатерина Соловьева – начинающая актриса. Профессию выбрала еще в школе. Сразу поступила в театральный институт и уже год работает в театре. Но нет предела совершенству, и чтобы повысить свое мастерство, поступила в Международную летнюю школу Союза театральных деятелей России под руководством Александра Калягина. Когда ты работаешь в одном театре, ты знаешь уже коллективы, друг друга очень любите, понимаете с полуслова. А здесь получается такое некое приспособление к людям, которых ты видишь вот несколько дней, и вы начинаете сразу работать. И это такой тоже эксперимент, сплотиться, узнать друг друга и сделать что-то очень крутое и хорошее в плане как спектакль. Ребят ждут интенсивные занятия. На протяжении месяца ведущие специалисты из лучших вузов страны по уникальным авторским методикам будут проводить мастер-классы по разным направлениям. У нас с утра начинаются всякие занятия. Это сценическая речь, это актерское мастерство, это сцен-движение, танец, вокал. Ну, все как в общем в институте, в театральном. И дальше во второй половине дня начинаются репетиции. Все зависит от того, к какому режиссеру ты попадаешь. Завтра у нас будет кастинг, еще один. 87 студентов из 10 стран мира встретятся на театральной площадке. На сцене нет места разделению. Здесь правят правила русской культуры, литературы, драматургии и настоящего профессионализма, уверен Александр Калягин. Расставание после окончания школы каждый раз со слезами на глазах. Вот через месяц заканчивается учеба. И что с ними делать? Как они плачут, как они дают адреса, как они с юмором и с таким щемящим каким-то состоянием обнимают педагогов, мастеров, как они говорят. И что они говорят? По итогам обучения студенты представят постановки 5 спектаклей. 2 драматических, кукольный, пластический и экспериментальный. Выпускники получат диплом о повышении квалификации. Обучение в школе проходит бесплатно. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».